Обливались холодной водой на морозе в поддержку здорового образа жизни. Так в Воронеже и в 39 городах страны прошла акция «Быть здоровым – это модно». Несмотря на порывистый ветер, на Чернавскую дамбу пришли больше сотни смельчаков. Как моржи со стажем, так и новички, для которых и контрастный душ – уже подвиг. Самому старшему участнику акции 74, а младшей всего 6 лет. Раз, два, три! Очень!